7 числа 23 года произошло повреждение на кондиционном коллекторе диаметром 800 мм в районе улицы Жукова и Назарбаева. Данный коллектор 1956 года постройки собирает стоки 19-20 микрорайона рабочего поселка микрорайон Береке, район привокзальной площади, а также промышленной зоны по улице Нефтепроводной. В данный момент коллектор работает в рабочем режиме, я хотел бы это отметить, и для того, чтобы коллектор работал в текущем режиме, нами принято решение объявить ЧС местного характера техногенного. С 9 ноября он будет вниз введен. И в рамках данного ЧС мы оперативно отремонтируем данный участок. Участок 700 метров канализационной трубы. Уже к работе пожарству приступил. Данный вопрос находится на контроле у руководства области, у руководства города. Поэтому прошу граждан наших отнестись к этому с пониманием.